В регионе продолжается прививочная кампания от коронавируса. Возможность привиться от COVID-19 без отрыва от производства есть и у сотрудников муниципального предприятия «Самары» трамвайно-троллейбусное управление. Мобильный пункт вакцинации развернули на базе местных медкабинетов. Еженедельно по вторникам и четвергам в 13:00 сотрудники этой горбольницы приезжают к нам со всем необходимым оборудованием, с вакциной. Каждый вторник и четверг у нас набирается там порядка вот в среднем от 20 до 30 человек. Сегодня и своим примером. Я сразу знал, что я буду вакцинировать. Я сдавал тест на антитела, они мне показали. Небольшие у меня было, 3,8 в наличии антител. Прошло уже, наверное, около 3 месяцев. Я решил, пойду тоже сделаю вакцинацию. Вакцинируют как первым, так и вторым компонентом. Причем тот или иной вид вакцины на предприятии доставляют с учетом выбора сотрудников. Перед прививкой обязательные измерения давления, определение уровня сатурации, осмотр носа и горла, прослушивание легких, сбор информации о самочувствии и ранее перенесенных заболеваниях. Сейчас такой предварительный осмотр проводит выездная медбригада из 4-й городской больницы. Надо прививаться. От гриппа почему прививать? Чтобы не болеть. Конечно, удобно. Это большой плюс насчет этого, что на рабочем месте делают. Ежедневно городской наземный электротранспорт перевозит свыше 200 тысяч самарцев. Кроме вакцинации сотрудников, реализуется еще целый комплекс профилактических мер. Мойка и дезинфекция подвижного состава, контроль за соблюдением масочного режима. Всего на предприятии работают свыше 3000 человек. На сегодняшний день привилось более 30% сотрудников. Аналогичные меры предприняты и другими перевозчиками, а также профильным департаментом, где количество привитых и имеющих иммунитет к COVID-19 перевалило уже за 80%. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.